Здравствуйте, я Анна Баркалова, актриса. В этом году я заканчиваю театральную школу Константина Райкина, мастерская Сергея Шанталинского. А также по первому образованию я музыкант. Я закончила Гнесинское музыкальное училище, факультет эстрадно-джазового вокала. Я пою джаз, блюз, играю на фортепиано, знаю английский. Я играю в учебных спектаклях в институте и немного снимаюсь в кино. Про роль, которую я хотела бы сыграть в кино, на данном этапе жизни, на данный момент, очень хотелось бы что-то сыграть про себя, что-то глубокое, осмысленное. И, конечно же, очень хотелось бы что-то сыграть, связанное с музыкой, например, какую-то исполнительницу в кино. Очень бы хотелось петь в кадре.